шайб за три по сезона он уже оформил. Ну, на самом деле, тут очень много разговоров было по этому поводу, и вроде бы, насколько я понял Джона Купера, если мы и увидим поинта, то, скорее всего, в игре под номером 7 максимум. Ну, другой вопрос, что может быть действительно в игре под номером 6, знаешь, они такую мину делают плохую, что нет, только в игре под номером 7, если она состоится, вот. Но, наверное, все-таки, если получится его в шестую игру вернуть, если может он быть доступен, то он обязательно покажет на хоккейной площадке, а пока что у нас залетает шайба Михаила Сергачева, и счет становится 1-1 в этой встрече. Ну вот, защитники сегодня берут на себя функции нападения. Лингрен забросил шайбу во втором периоде, и Михаил Сергачев под занавес второго отрезка забрасывает для себя первую шайбу в этом постсезоне. И, ну, как важно. И снова трафик невероятный. Три человека на броске было перед Шестеркиным. Выглядывал шайбу, какое движение, даже четыре. Вот если сейчас посмотреть, толпа такая перед глазами Шестеркина, что попробуй разгляди. Рикошета, ну, рикошет уже было от экипировки самого вратаря. Да. Не было вообще представления у Шестеркина, где же шайба находилась. Так, конечно, если бы видел, безусловно, это было бы легкое спасение вратаря. 1-1. Я вынужден в чате все-таки заблокировать двух персонажей. Райдер пытается прокатить по левому флангу, но не позволяет ему это сделать. Тампа, есть пространство у Стемкоса, можно бросить. Но Кеандре Миллер уже успевает накрыть бросок Стивена Стемкоса. Передача на Кучерова. Кучеров! Как же он себе подработал, да, эпизод, чуть-чуть свободного пространства нужно Кучерову, чтобы что-нибудь магическое исполнить. Сейчас попытался он этот фокус прокрутить, немного не вышло, немного не получилось, но было опасно. Тампа остается в зоне соперника. Передача на Сергачева. Сергачев набрасывает на пятак, бросок, гол! 2-1 в пользу Тампы за минуту 50 до окончания третьего периода. И вновь Сергачев, и вновь простой наброс, вновь трафик перед глазами Игоря Шестеркина. Сергачев точит. Что происходит вообще в этом матче? Да, защитники, причем далеко не самые забивные. Но давай посмотрим, Сергачев набрасывает на пятак. По-моему, прямой влетел. Прямой, да, траектория сильная, она не менялась прямо до того момента, как коснулась. Трафик, конечно, лютый создан был. Из-под защитника, прямо из-под конька вылетает шайба, пущенная Сергачевым. И через двух игроков Палат и Кандра Миллер слепились прямо перед носом Шестеркина, перекрыв тому обзор более чем полностью. Выглядывает Шестеркин, отличный сейчас повтор нам дают из-за ворот. И не видел абсолютно ничего, руки были подняты. Если бы видел полет шайбы, то, безусловно, успел бы опустить блокер и отразить эту угрозу. Вот так вот, 2-1 Тампа в пятом матче серии при ничейном счете в финале конференции.